Иди ко мне. Вот так. Давай. Что-то мама запаздывает. Я просила прийти сегодня пораньше. Ага. Она тебе что в ответ сказала? Постараюсь. Значит, делай все, чтобы со мной не встретиться. Сережка, ну ты такой же ворчун, как и мама. Она нам все-таки помогает, как мы без нее. Да. Ну да. Не знаю. Не знаю, как мы без нее. Не пробовал. Возможности не было. Ну ладно, ну конечно, помогает, помогает. Но только тогда и так, как считает нужным. Ну что, все, я побежал. Но если не задержусь, надо сочинский контракт доделать. Егорыч обещал премию выплатить, если контракт запустится в ближайшие 2 дня. Нам ведь нужна премия? Да. Нужна? Пока. Все, пока. Давай, пока. Пока. Мамуль, ну я же просила тебя. Во-первых, здравствуй, дочка. Во-вторых, нечего возмущаться, сама виновата. Вот нашла бы для матери угол в своей квартире, не пришлось бы ей тащиться ни свет ни заря в переполненные маршрутки. Я вон и так торопилась, чуть дышу. Здравствуй, мой хороший. Здравствуй. Ну хорошо, тогда посиди, отдохни. Я Андрюшку сама в садик отведу. Так, значит, квитанция об оплате доставки вот. Кровать должны привезти до 12. Пусть ее прям сразу заносят в спальню и собирают. И проследи, пожалуйста, чтобы нам пол не поцарапали. Mm-hmm. Хорошо. А, ну без 15 я уже опоздала, все. А вот жила б я с вами, может, ты и на себя время нашла. Мам, ну ведь пробовали уже. Ничего хорошего не получилось. Ты же сама говорила. Все, пока. Пока. Тош, побежали, 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 побежали. Вот это вот квитанция. Мам, я устала. Антош, ну что устал, мы уже пришли. Все, давай, беги. Хорошего дня, иди. Здравствуйте. Да, мам, слушаю. Мама, я уже 10 раз уточняла. Кровать должны привезти до 12:00. Я не могу сейчас говорить. Я тебе перезвоню. Светлана, вы снова опоздали на работу. Трудовая дисциплина обязательна для всех сотрудников. Я понимаю, просто мне нужно было сына в... Извините, пожалуйста, больше этого не повторится. Я неоднократно просила вас все свои семейные проблемы оставлять за дверями офиса. Но, видимо, для вас мои требования не обязательны. Я вынуждена обсудить ваше регулярное опоздание с начальством. И будьте добры, сделайте мне к концу рабочего дня полный список всех наших контрагентов. Я без него не могу сделать справку, которую от меня требует начальство. Интересно, и много времени она это репетировала? У Филина у самого 3 детей. Ну что, он тебя не поймет, что ли? Ты только что из декрета вышла, еще не вошла в колею. Алина ему так расскажет про мою колею, что он даже думать о ней не станет. Ну как-то не станет. Ну есть же у него совесть. Ты, когда ему надо было, сколько раз после работы оставалась? А в свой выходной сколько раз ты на эту работу тащилась? И вообще, должность главного менеджера он после декрета тебе обещал. А взял эту. Рит, ну когда это было? 4 года назад. Да нет, я вообще не в обиде. Он правильно сделал, что Алину назначил. У нее высшее экономическое образование, а у меня... В общем, рынок диктует свои законы. Угу. Диктует. Это не рынок ему диктует, это кое-что другое. А она этим пользуется. Легко делать карьеру, когда тебе 25, и ты в любовницах у начальства. Рит, ну при чем тут это? Рит! Вообще, у меня все хорошо. У меня есть Антошка, у меня есть Сережа, у меня есть работа, квартира. Мне жаловаться не на что. Ну что ты за человек такой, а? Будь тебе, если не замечательно, то хорошо. Все с тобой ясно, короче, подруга. Амбиции 0, самооценка ниже плинтуса, а болевой порог у нас выше небоскреба. От этого предел мечтаний – это 2-спальная кровать и посудомоечная машина. Все остальное у тебя уже есть. Пресная ты какая, Светка. Искры в тебе нет, что ли? Смотри. Как бы твой несравненный Сережка с тобой не заскучал. Ну, что я могу сказать?
Молодцы, хорошо поработали. Да, Зинаида Валерьевна, тебе особенная благодарность. Ты у нас хоть и новенькая, но молодец, не подвела. Юридический отдел по результатам квартала у нас, можно сказать, сильное звено. Так что, Сергей Игнатьевич. Да. Инга, поощрение за мной. Сереж, зайди к концу рабочего дня ко мне. Сергей, а я знаете, что подумала? Может, нам собраться всем после работы? Ну, отметить. Все-таки такую сделку закрыли. Хорошо, моя. Угу. Только я сегодня не смогу. Мне еще контракт этот сочинский добить надо. И вот Егорыч вызывает. Да. Я смогу. Где собираемся? Ну, куда ты летишь? У нас заслуженный обеденный перерыв. Смотри, какая прекрасная погода. Рита, хочу быстро перекусить и на работу. У меня список для Алины почти готов. Так что к концу обеда дам ей распечатку. Ясно, подгон с документами. Хорошо придумала. Если она не успела пожаловаться забежать к Филину, то может сработать. Я об этом даже не думаю. Да? Ну, извини. Слушай, я что сказать хотела? Светик, у меня сегодня вечером очень важное мероприятие. Какое? Ну, какое-какое? Свидание. Только не называй его очередным. Пожалуйста, я тебя очень прошу, доделай за меня отчет. Там ерунда осталась. Тебе работа на час, а я встречу новую жизнь с прекрасным макияжем. Ритульчика, милая, никак сегодня не могу. Обещала маме пораньше быть. Свет, мне тогда пенсия в девках и сидеть. Ладно, иди на свое свидание. Я знала, что ты согласишься. Ну что стоишь, мы же торопимся. Ну что, что ты ковыряешься в тарелке, а? Не нравится? Ну, конечно, как это может нравиться? Ба, а давай чипсы будем ужинать? Тошечка, дорогой мой, ну ты же знаешь, чипсы детям нельзя. Я же тебе сколько раз говорила. Да и где ж мы их возьмем? Ты куда это? Ба, смотри. Ах ты мой глазастый. Я рассмотрел же. Так. Мам. А что ты мамкаешь? Ты, между прочим, опоздала. Рита просила меня подменить. Ничего страшного. Зато ты с внуком побыла. Порадовала вот его. Правда, тем, что категорически врач запрещает. Дорогая моя, наверное, только ты еще не знаешь, что все запреты врачей – полная ерунда. Они сегодня запрещают, а завтра это же самое рекомендуют. А ты слушаешь все подряд. Мамуль, спасибо тебе огромное за помощь. Правда красивая? Нормально, кровать как кровать. Лучше бы сыном озаботилась. Вечно голодный приходит после вашего сада. Вот жила б я с вами, не было бы дитё таким тощим и бледным. Мам, Тошка не тощий, не бледный. Ну а потом, где бы ты у нас спала? Здесь мы. Детская, ты сама знаешь, не развернуться. Что тебе с Димкой не живется? Твоя комната там самая большая, удобная. Удобно, мил моя, еще не значит, что хорошо. Но тебе этого пока не понять. Вот вырастет Антошка, приведет в дом жену. Станет она решать, что тебе нужно, без чего обойдешься. Вот тогда и поймешь, как приживалка в собственной квартире жить. Мам, ну какая ты приживалка, а? Вот что ты говоришь? А потом ты же сама решила, что с Димой будешь жить. И Оля тебе ни на что не указывает. И мальчишки тебя любят. Еще бы они меня не любили. Я ж их растила, пока Димка с Ольгой свой бизнес налаживали, по закупкам мотались. Когда была нужна, они со мной совсем по-другому разговаривали. А сейчас, только и слышишь, сами разберемся, сами решим. Слово боюсь сказать.
Не подсматривай. Не подсматривай. Открывать? Нет, нет, нет. Что ж такое-то? Куда мы идем? Открывай. Ба-бам! Наша новая кровать. Настоящая супружеская ложа. О, Господи. Вот она. Никаких больше скрипучих диванов. Ой, как хорошо. Вот она. Ой, молодец ты мой светлячок. Все так красиво устроила. Только вот понять, хороша кровать или нет, можно, если... Ну, подожди, подожди, тише, тише, тише. Еще Антошка не заснул. У нас просто мама долго сидела, а при ней дисциплина от ребенка требуется, сам знаешь. Mm-hmm. Пойдем, я тебя сначала лучше покормлю. Спасибо. Ого! Это мы так нашу новую покупку будем торжественно отмечать? Да. И не только. Я сегодня добил сочинский контракт, и Егорыч выплатил мне премию. Теперь мы сможем выплатить последний вот этот взнос по кредиту за квартиру. Еще самое главное. Так. Я везу вас с Антошкой на море. А мы далеко полетим? Выберем самое красивое море. Туда и полетим. Даже не верится. Я столько об этом мечтала. Вот, Сережка, ты у меня молодец. Да. Ты у меня лучший молодец на земле. Слушай, а как у тебя свидание-то прошло? А то меня Алина работой загрузила, а я о самом главном спросить забыла. А вот самое главное всегда мимо тебя проходит. И, между прочим, ты мимо него. Зануда ты. Свидание феерическое. Мне кажется, это именно то самое. Выходные опять встречаемся. Что значит? Нет, ну просто в тот раз ты то же самое говорила. И что? Ну, ошиблась я в прошлый раз. А теперь я снова надеюсь. Ну, а что мне еще остается? Между прочим, в отличие от некоторых, на моем пальце еще нет кольца. И этому пальцу уже 36-й год пошел. Господи, Ритка, вокруг тебя столько кавалеров. Ну, неужели хотя бы одного мужа ты не можешь найти? А ты думаешь, мужа выбрать, как бюстгальтер купить? Мне не просто муж нужен. Мне надо... Свет, ты не обижайся. Ну, к примеру, твой вариант семейной жизни мне не подходит. День ото дня не отличишь. Тихо, спокойно, предсказуемо. Ну, я не могу, зачахну. Ну, почему предсказуемо? Да ну, потому что в вашем календаре нет ярких дней. У вас сплошные будни. Вы даже не ссоритесь толком, правильно? Так, чтобы поссориться, потом помириться, а? Все друг другу рассказываете, живете нараспашку. Ну, по мне, между мужчиной и женщиной должна быть тайна. Семейная жизнь — это кроссворд, который нужно разгадывать. И чем сложнее ребус, тем крепче семья. Ну, почему у нас нет праздников? У нас есть свои с Сережей праздники. Да? Ну, вот часто? Нет, ну, конечно, не каждый день. Ну, бывает. Ну, вот, например, вчера у нас был праздник. Да? Да. Мы через месяц едем на море за границу. Правда? Нет, серьезно? Сереге премию дали? Да. Так, заявление на отпуск написала? Да, Филин подписал. Ау. Давай быстро к столу, мой руки. Ага. Внимание. Праздник начинается. А? Смотрите, что у меня есть. Молодец. Держи.
Смотри, смотри, какой там аквапарк есть. О. А мы будем кататься на этих горках? Будем, будем, конечно, будем. Баб, смотри, мы куда поедем. Вижу, вижу. Что дела-то у вас, оказывается, неплохо идут. Может, зря я про свои беды молчу. Хотя, вряд ли здесь кого-то волнует, что матери осенью ходить не в чем. Мам, ты что, не рада за нас? А потом как-то не в чем. Мы тебе же недавно купили пальто. Угу. Оно вроде не старое. Нет, не старое. Просто старушечье. Хотя, а вы это на мне давно уже крест поставили. Я вам, если и нужна, то только для того, чтобы на посылках у вас быть. Ладно, пойду-ка я переоденусь. Мам, ну ты же сама это пальто выбирала. Выбирала. Какое дешевле? Понятно, не нужна я никому. Ни вам, ни Димке с Ольгой. Не смотри-то на меня так, езжайте. Рада я за вас. Крепость Нехай. Крепость Ловри. Лоуриенац. Скажи, а наше море это высоко или широко? Глубоко. Я совсем забыла. Антошке нужно плавки купить. И еще, Сереж, нам нужно покупать пляжные полотенца, или они нам свои дадут? Ой, ладно, все, Светуль, заканчивай со списком. Все, надо выезжать, а то пока пробок нет. Зачем в торговый центр ребенка тащить? Ну что ему там делать? Вирусы собирать? А затем, Настасья Пантелеевна, что мне тоже иногда хочется побыть с семьей. Втроем. Вам все, я вас жду через 5 минут у машины. Мам, ну не обижайся, он же не со зла. О, наверное, что-то забыл. День добрый. Здрасте. Я ищу Сергея Филиппова. Он здесь живет? Да, здесь. Просто его сейчас нет. А когда я могу его увидеть? У меня для него личное сообщение. Оно касается близкого ему человека. А что-то случилось? Просто я его жена. Боюсь, что я должен переговорить лично с Сергеем. Ну, хорошо, проходите. Мам, отведи, пожалуйста, гостя на кухню, а я пока Сергея наберу. Проходите. Да, ну что, выходите? Что? Какой Олег? Ну, хорошо, хорошо, сейчас поднимусь. Сейчас. Здрасте. Здравствуйте. Сергей Филиппов? Да, а в чем, собственно, дело? А меня зовут Олег, Олег Нестеров. Я коммерческий партнер Ирины. Ирины Антиповой. А, Ира. Да, слушаю вас. Дело в том, что Ирина умерла. Рак. Сгорела за 2 месяца. Для нее, да и для всех нас, диагноз был полной неожиданностью. Ирина Антипова. А я раньше про нее не слышала. А кто это? Дело, в общем, не в Ирине. Я не поэтому вас искал. У Ирины осталась дочь. Девочка 13 лет. Зовут Марина, отчество Сергеевна. Ира очень просила, чтобы я обязательно нашел отца Марины. Сергея Филиппова.
Близких родственников у девочки нет, ни бабушек, ни дедушек. Поэтому, если вы ее не возьмете, то ей дорога одна в детский дом. Я понимаю, для вас это неожиданно. Вам нужно подумать, все обсудить. Я пойду. Вот, звоните в любое время. Девочка сейчас у меня, но через 2 недели будет назначена опекунская комиссия, так что... Сережа? А он что, правду говорил? Правда. Правда, что у тебя есть дочь? И ты все это время молчал? Я не молчал. Я не знал. Правда, я ничего не знал. Я совершенно ничего не знал, как она жила все эти годы. И про дочь я тоже ничего не знал. Ну, Ирка была женщиной сильной и смелой. Поэтому ребенка решила оставить и растить для себя, больше ни для кого. А девочка, она обо мне что-нибудь знает? Ну, так, в общих чертах. А, ясно. А Ирина, она была замужем? Нет, с личной жизнью у нее не особо складывалось. С утра до ночи в работе. Да, Маринка твоя дочь. Посмотришь, увидишь. Она похожа больше на Ирку, но глаза твои не ошибешься. Извини, мне ехать надо. Ты звони, если что, с бумажками всякими, я тебе помогу. У меня юрист хороший. Да спасибо, я сам юрист. Расскажи мне все. Это было очень давно, как будто в другой жизни. В общем, сразу после института я
начал работать в строительной фирме. Там мы с ней познакомились. Решили пожениться. Месяца за два до свадьбы мы начали жить вместе. У нее с матерью была квартира в центре Москвы. Где-то примерно через месяц руководство решило послать меня в командировку. В Новосибирске построили филиал, нужны были юристы. Отказаться не было никакой возможности. И, собственно, я и не хотел отказываться. Хорошие перспективы, да и потом зарплата. И, да. Ну, буквально пару лет, и мы вернулись в Москву. Но Ирина наотрез отказалась ехать. Я тогда подумал, что для нее жизнь в Москве намного важнее жизни со мной. Я поставил ей ультиматум. Либо она едет со мной, либо мы расстаемся. Ультиматум? Да. Именно так это прозвучало. Ирина даже не стала со мной разговаривать. Она просто попросила меня уехать из квартиры. И что, вы так и расстались? Ты ее совсем не любил? Любил. В том-то и дело, что любил. И поэтому воспринял ее отказ как предательство. И уехал. Ну, где-то примерно через год я вернулся в Москву и начал ее искать. Ну, она сменила телефон, она уволилась с работы, она переехала. Ее друзья мне рассказали, что вроде бы она уехала за границу. На самом деле никуда она не уехала. Родила ребенка и сделала все, чтобы я об этом не узнал. Она тоже считала, что я ее предал. Ты... Я ведь думала, что между нами нет никаких секретов. Нет, Сережа, ты эту девочку к нам в дом не приводи. Я не смогу. Ничего, вернется, куда денется. Он сына-то не бросит. А ты все правильно делаешь, Светка. В кои-то веки правильно. Thank you.
Свет, я жить не смогу, если моя дочь будет в детском доме. Хорошо, что мы наш старый диван не успели выкинуть. Поставим его в детскую. Нужно же и на чем-то спать. Диван сюда не влезет. Светуль, ну не выходит из затеи с перестановкой, не влезай в детскую диван. Да чего уж там, почему бы сына родного в ванну не переселить? Тогда всем остальным будет удобно. Я не хочу в ванну. А эта бабушка шутит. Не говорит чепуху. Так, понятно. Наша детская стала детям мала. Ну тогда мы в нее переселимся. Кровать, правда, туда не поместится, но ничего. Мы с тобой на старый диван вернемся, нам не привыкать. И давайте все поторопимся. Давайте. Угу. Ты хоть понимаешь, что сама на своей шее петлю затягиваешь? Мама, эта девочка просто ребенок. Она ни в чем не виновата, у нее случилось горе. Ты ведь это понимаешь? Здравствуйте. Здравствуй, Марина. Мы тебя ждали. Вы, значит, мой папаша. Я вас как-то по-другому представляла. А что же вы в дверях-то стоите? Вы проходите. Не дури. Да, людно у вас тут. Так где моя комната? Вы только не отчаивайтесь. Ну, она, в общем, неплохая девочка. Это все наносное. Мы же с вами понимаем, у нее такое горе. Да потом переходный возраст. Ей сейчас очень тяжело.
Но я уверен, что все наладится. Просто необходимо время и все. Ну да, конечно, наладится. Только я в этих экспериментах участвовать не собираюсь. Так что на меня, пожалуйста, не рассчитывайте. Ну, моя визитка у вас есть. Звоните, если нужна будет какая-то помощь. Марина, ты там долго еще? Сахар. Там. С легким паром. Я не ем мучного на завтрак. Но если ничего другого нет, я могу выпить свежевыжатый апельсиновый сок и съесть йогурт. Ну, свежевыжатого сока нет, и йогурта тоже. Так что, если хочешь, я могу тебе быстро пожарить яичницу или вот гречку вчерашнюю разогреть. Разве такое можно есть на завтрак? Это вредно для здоровья и для фигуры. Вот так. А ты говоришь, у нас каждый день как предыдущий. Ничего себе. Как ты вообще решилась так легко взять чужого ребенка? Так в том-то и дело, что он не чужой. А Сережа-то оказался не так-то прост. Надо же, тихушник какой. Чемоданчик-то с двойным дном. Рит, ну что ты такое говоришь? Какой Сережа тихушник? Он сам ничего не знал о дочери. И вообще все это было до нашей встречи с ним. Да понятно. Сережа у тебя никогда не будет виноват. Он же у нас святой. Да, подруга. Обновилась ты за недельку. Кровать и взрослая дочь к ней в придачу. Ну и что теперь? Ваша Хорватия накрылась медным тазом? Ну почему сразу тазом? Не последнее же лето. Ой, Господи. У нас с мамой теперь проблемы. Она отказывается нам с Антоном помогать. Остается что-то придумать. Слушай, Рит, а ты меня сегодня не прикроешь? Мне нужно раньше с работы уходить. Угу. Антошку в сад забирать Сережа не может. Ну, понятное дело, прикрою. Спасибо. Слушай, а падчерица твоя, новоиспеченная, что? Я в ее возрасте за двумя братьями присматривала. Пусть она Антона из сада забирает. Да что, с ума сошла? Thank you.
Я не это просила. Это жирный йогурт с химическими добавками. Она из дома вчера не выходила. Практически ничего не ела из того, что я оставила. Ну куда это годится? Может, ты с ней поговоришь? Свет, я понимаю, что я должен с ней как-то поговорить, но я не знаю, как. Я никогда не был 13-летней девочкой, и дочки у меня никогда не было. Вдруг я скажу что-нибудь не то. Может, ты с ней поговоришь? Марин, вы знаете, что решили? Поскольку я не очень разбираюсь в йогуртах и соках, вот ты сходи сама в магазин, купи то, что считаешь нужным, а заодно молоко, хлеб там. Вот уж забудьте. Я у прислуги жить не намерена. Ну хорошо, не надо молока и хлеба. Купи просто то, что будешь есть сама. Между прочим, в интернете полно информации, что вредно, что полезно. Знаешь, у меня нет на это времени. Что это ты, Серега, понурый ходишь который день? Дома не очень. Да. Марина ведет себя отвратительно. Нас со Светкой в грош не ставит. Он не ест ничего. Дерзит. Даже что строгость не проявишь. Я не знаю, как ее проявить. Одна надежда, что Светлане как-то удастся с ним общий язык найти и договориться. Да. Хорошо, если так. Светка твоя молодец. Моя бы вот, ну, если бы у нас такое произошло, ну, фу, конечно. Не уверен, что смогла бы так. А что касается строгости,
Я, конечно, не знаю. Но вот мои обе дочери в этом возрасте адекватно реагируют. Только на жесткие команды. Как щенки годовалые. Хочешь, чтобы слушались? Покажи, кто хозяин. Ну, а потом уже все нюансы. Хотя, фиг его знает. Может, я ошибаюсь. Разрешите, я к вам присоединюсь? То есть, смотри, что-то совсем приняли. Что, опять? Сереж, пожалуйста, поговори с ней. Я пробовала, но она права, я и никто. А ты отец. Просто так больше продолжаться не может. Антош, иди на кухню, мама тебя зовет. Марина, повернись ко мне, пожалуйста, я хочу с тобой поговорить. Мама, ты меня звала? Что? Да, Зошка, клади мне, пожалуйста. Марин, ты теперь живешь с нами, и поэтому должна уважать наши порядки. То, что происходит, никуда не годится. А то, как ты разговариваешь со Светланой, это... категорически неприемлемо. Ты ведешь себя как... Как кто? Сергей Игнатьевич, где вы были столько лет? Как я раньше жила? Из-за ваших правил, нотаций, порядков. Молчите? А я вам скажу. Хорошо жила. И я, и мама. И прекрасно жили бы дальше. Я буду вести себя так, как считаю нужным. Вы со Светланой мне никто. Я не выбирала ни вас, ни ваши порядки. Меня не предупредила, что ты Тошу из сада заберешь. Я бежала с работы, боялась опоздать. А как я тебе должна была предупреждать? Привет! Привет, Тоша. Звонить тебе нельзя. На работе ты занимаешься работой. Мам, смотри, как я умею. А дома ты занимаешься чужими детьми. До своего ребенка тебе теперь дела мало. Я, между прочим, Тошу почти последним забрала. Мам, сад работает до 7. Еще у нас половины группы не разобрали. Все родители работают. Знаешь, меня все не интересуют. Ты для чего 5 лет ребенка дожидалась, а? Чтобы его няньки и воспитательницы в саду растили? Ну, что ты такое говоришь? Я знаю, что говорю. Смелости у тебя не хватает. А то ты, наверное, сказала, простите, люди. Я вот выпросила у Бога сыночка, а что с ним теперь делать, не знаю. Мешает он мне героиней стать. Не дает чужого ребенка приютить да воспитать. Мам, прекрати, пожалуйста. Почему? Не нравится тебе моя правда? Да какая правда? А такая. Вы по утрам ребенку слово сказать не разрешаете. Нельзя Мариночку будить. Спрашиваю, Тошечка, ты кашку ешь? А он мне отвечает, небо, я кашку не ем. Мама мне ее не варит, потому что Маринка ее не любит. А на улице ты вчера гулял после садика? Небо. Я теперь вечером дома гуляю. Маме некогда меня на улицу водить, а папа приходит, когда я уже сплю. Ба, сними меня! Пойдем, Антошка. Пойдем. Я тебе обещала бананов купить. Пойдем, моя сиротинушка. Мам, ну прекрати, ну ей-богу, хватит уже глупости говорить.
Ба! Мам, а можно мне пойти поиграть в песочек? Идите, мам, ну что мы с тобой ссоримся? И так все. Ты не обижайся на меня. Я рассеянная стала, с работы приходится раньше уходить. А у нас начальница молодая, она не понимает, что такое с двумя детьми управляться. Говорит мне, все домашние проблемы оставляйте дома. А как я их оставлю? У меня целый день ими голова забита. Марина нас не принимает, дерзит. А чего ты ждала? М? Думала, чужой ребенок тебя вместо матери примет? Слушать надо было, что говорят люди, которые в этой жизни что-то понимают. Ой, мама, не знаю. Я, конечно, понимала, что будет непросто. Но чтобы вот так... Марина, помой, пожалуйста, за собой посуду. У нас дома это делала домработница. У нас домработницы нет, поэтому каждый моет за собой посуду сам. Жаль. Кстати, ваша Светлана очень похожа на Риму, она у нас работала. Не, ну правда. Антон. Поел? Беги к себе. Беги, 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 беги. Марин, сядь, пожалуйста. Понимаешь, Марина? Да. Да, да, Дим, я слушаю тебя. Что? А что случилось? Не, Дим, да не, ну сегодня-то не получится никак, да. Да нет, хотя ты знаешь, давай мы приедем. Ну, соберемся и приедем. Давай, все, до встречи, пока. Светуль, собирайся, сейчас поедем к Димке. Его там контракт очень выгодный предложили. Надо обсудить. А ты давно с Ольгой не виделась. Она пирог испекла, чайку попьет. Сереж, какой чай? Мне ребенка укладывать спать надо. А он Марину уложит. Что? Марину уложит, что здесь сложного. Извините, конечно, что срываю ваши планы, но я к вам няньке не нанималась. Знаешь что, дорогая Марина, нравится тебе это или нет, но я твой отец. И пока ты здесь живешь, ты должна будешь с этим мириться. И поэтому сейчас ты без обсуждения выполнишь мое требование. В общем, дорогие мои, за предстоящий успех не пьют, поэтому предлагаю выпить за родных людей, которые... всегда готов прийти друг другу на помощь. Серег, ну, еще раз спасибо. Не за что. Серег, спасибо тебе. Ну, ты извини, что так дернул, но сам понимаешь, вопрос. Сядочка, я смотрю, мой новый пирог тебя не впечатлил? Что-то, Оленька, очень вкусно. У тебя всегда пироги вкусные. Просто это у меня дебют сегодня, я такое никогда не делала. Нашла рецепт в интернете, ты знаешь, там вся фишка в начинке. Mm-hmm. Значит, там утиная печень, сыр, щавель и очень много специй. Mm-hmm. Да, очень вкусно. Вообще у вас, ребят, хорошо, тихо и спокойно. Mm-hmm. Мальчишки такие молодцы. Сказали идти спать, и они пошли. Да, уж смешно, пошли, ага. Ты где таких мальчишек видела? Папаш, ты сходил бы, проведал своих отпрысков. Может, они там же в танчике режутся? Угу. Дмитрий, между прочим, гости приехали. Сестра родная в кои-то веки заглянула. Ради такого случая мать сама могла бы уложить детей. Мальчиками, мама, должен заниматься отец, иначе из них вырастают тямти-лямти. Ну,
Еще одна тоже молодец. Оставила ребенка на чужую девку и сидит тут пирогами угощается. Ты знаешь, классная была бы свекровь, если бы не пыталась управлять всей планетой. Уже 5 лет как не работает главбухом в своей столовке, а все он распоряжение дает. Ну все, умылся, зубы почистил, а теперь спи давай. Почитай, я так не уложусь. Ну что значит не уложусь? Еще как уложишься. Давай, повернулся на бок. Закрой глаза. Все. Свет, слушай, ты прям сама не своя. Волнуешься, да? Вообще, как там у вас? Мать говорит, что девчонка зверь. Да? Да нет, ну, мама, как всегда, преувеличивает. Ну, есть, конечно, какие-то сложности. Но в целом все нормально. Я думаю, мы справимся. Конечно. Да, дай бог. Оленька, спасибо, очень все вкусно. Ребят, вы нас извините, но мы поедем. Ну, вам завтра на работу и нам. Подожди. Мы сказали, что в 22:00. Значит, в 22:00. Да ради бога. Лежи раскрытым. Но если пошевелишься, я выставлю тебя на лестничную клетку. Там будешь своих родителей дожидаться. Я папе сейчас скажу, он тебя прогонит. Что ты там пропищал? Кто кого прогонит? Это мы тебя выставим на лестничную клетку. Ты чужая девка. Что ты там сказал? А? Так, все. Значит, теперь ты будешь спать, ясно? Антошенька, пожалуйста, не плачь. Я пошутила. Антошенька. Что случилось? Отойди, пожалуйста, Антошенька, что случилось? Что такое? Что случилось? Что, маленький ты, может, что случилось? Что, тебе больно где-нибудь? Что с ним сделала? Что случилось? Отвечай! Тише, прогоним. Ну ты что, Тошенька? Ну как же мы ее прогоним? А бабушка говорит, что ты чужую девку любишь больше, чем меня. Ну что ты такое говоришь? Тошенька, я тебя больше всех на свете люблю. Слышишь? Да. Вот. А бабушка твоя глупости говорит. Не слушай ее, пожалуйста, не повторяй таких слов. Хорошо? Да, так, хорошо. Давай, закрывай глазки. Господи, ну что же будет-то теперь? Если меня сократят, Сереже одному в одиночку тяжело будет нашу семью прокормить. Да уж, умеет руководство обрадовать сотрудников. Тебе, подруга, точно надо что-то решать. Алина Филину как пить дать про тебя напела. Он только на тебя и смотрел, когда предупреждал про сокращение. Опоздаешь еще раз и все. Пиши пропало, ты понимаешь? Да, подруга. Видно, накликала на твою голову острых ощущений. Ну, а девчонка-то что? Все по-прежнему?
Да не хочет она по-другому. И с нами она жить не хочет. А чего она хочет вообще? В детдом? Ну, взрослая девка уже. Не понимает, что ли? Рит, ну какая она взрослая? Я тут ночью в детскую зашла, смотрю, она спит, свернувшись клубочком. Маленькая девочка, ну, чуть постарше моего Антошки. И хочет она одного, чтобы все было как раньше. Мама ее была, она. А тут я похожа на их домработницу. А знаешь, Рит, я ее понимаю, потому что я тоже хочу, чтобы было все как раньше. А может, это и вариант? Ну, ты сделала все, что могла. Вот разве что работу еще не потеряла из-за нее. Ну, не получается у тебя с ней. Ну, хоть ты тресни. Ведь никому жизни нет. Ни ей, ни вам, никому. Да, Марин, что случилось? Ну, спасибо. Я сейчас. Что-то вы, Сергей Игнатьевич, совсем не веселый в последнее время. Да нет, все нормально. Просто забот много. А я вот решила всех в кафешке собрать. Думаю, ну как-то же нужно отметить мой день рождения. Ну, тем более первый в новом коллективе. Пойдемте с нами. Я вас особенно приглашаю, потому что вы же непосредственно мой босс, ну и главный учитель. Нет, правда, я обижусь. Ну, желание именинницы закон. А вам ли не знать, что бывает с теми, кто законы нарушает? Ну, хорошо. Закон есть закон. Спасибо большое. Тогда вот с цветами поможете, а то столько не дарили. Конечно. Я просто боюсь, не унесу. Спасибо. Ладно, ты не идешь строительный. Люба, а может быть ты сережки наденешь? Ну, у тебя же были такие золотые. Это интересно, вы? Где же в этом доме батарейки? Продала, что ли? Если бы. Женек бы заходил к Наде, пока меня не было. Стащил, наверное. Мама, он ни при чем. Ладно, что я не знаю его. Здесь ездит. Ну, подождите, сапоги еще на каблуках. Здесь ездит кран. Не поможет. Кран. Здесь рабочий кап. Здесь трактор ездит. Здесь экскаватор. Ой. Прошу вас. Спасибо. Мне сегодня что-нибудь полегче. Салат с продуктом. Темпы для вас. Мама! Спасибо. Привет. Надержи, неси на кухню. Аккуратно. Алло, да, Сереж, привет. Хорошо все. Да, дома. Только это не я Антона из сада забрала. Марина. Да. А ты скоро будешь? Я пирог вкусный купила. А, жалко. Ну, приезжай скорее, мы тебя все очень ждем. И от себя лично, а также от всего коллектива, я хочу поздравить тебя, дорогая Кингалерина, с днем рождения. И заметить, что ты не только прекрасный ценный сотрудник, но и украшение нашего офиса. Да еще какое! А, поздравляем! Днем рождения, любви, успехов! Марина? Спасибо тебе большое, что ты Антошку из сада забрала. Я даже успела пирог купить к ужину. Я его сегодня забрала, чтобы никто не думал, что я здесь монстр какой-то. Я против ребенка ничего не имею. Он маленький, ни в чем не виноват. Ну, а пироги я не ем, как вам известно. Так что спасибо, я уже поужинала.
Что это? Олег заезжал, привез документы Марине. Тебе там надо будет кое-что подписать. Кстати говоря, я звонил в школу, разговаривал с директором, что 1 сентября обо всем договорился. Я не поняла. А в какую школу собираетесь отдавать мои документы? Я пойду в свою. Это лучшая гимназия в Москве. С какой стати я должна ее менять на школу в этой дыре? Марина, успокойся. К сожалению, тебе придется сменить школу. Просто твоя гимназия находится очень далеко от нас. В 7 утра на машине мы соберем все пробки, понимаешь? Все пробки. Мы на дорогу будем тратить больше 3 часов. Так что, к сожалению, это невозможно. Я тогда вообще в школу ходить не буду. И вы меня не заставите. Если ты не будешь ходить в школу, тебя заберут в детский дом. Если ты этого хочешь, валяй. Мама, ты когда приедешь? Владик, я первый раз взяла новую работу. Когда? Ну, не знаю, я тебе позвоню. Ладно? Ну, пожалуйста, не общайтесь. Целую. Сережа. О. Я посмотрела документ, я должна поставить подпись в графе «Не возражаю против проживания», да? Да, именно там. Но если ты возражаешь, так и напиши, возражаю. Я не стану тебя осуждать. Сереж. Сереж. Да я тебя понимаю. Но ведь ее тоже можно понять. Это ее гимназия, она к ней привыкла. У нее там друзья. Свет. Ты меня понимаешь. Ты ее понимаешь. Ну, если ты все так прекрасно понимаешь, почему же у нас все так плохо? Так чудовищно плохо. Я не понимаю. Ты меня сейчас во всем обвиняешь? Никого я не хочу ни в чем обвинить. Мне просто невыносимо находиться в собственном доме. Мы вообще обедать будем сегодня? Да. Будем. Через 15 минут. Вот, я думаю, тебе это пригодится. Зря вы потратились. Мне рюкзак не нужен. Я не собираюсь таскать с собой всякий хлам. Поэтому можете сдать его обратно.
Знакомьтесь, класс. Наша новая ученица. Марина Антипова. Проходи, садись на свободное место. Мариночка, зайди ко мне после уроков. Я дам тебе список учебников для твоих родителей. Пусть они помогут тебе забрать их из библиотеки. Мне не нужны учебники из библиотеки. Все, что нужно, у меня закачано в планшете. Ну, понятно. Ну, планшет — это, конечно, замечательно. Только мы учимся по учебникам, задания выполняем в тетрадях, а отметки получаем в дневнике. И все это должно быть у тебя к завтрашнему дню. Ну, раз уж ты учишься в нашей школе. Но это же прошлый век. Какие-то допотопные у вас порядки. Весь мир уже перешел на электронную систему обучения. У нас в гимназии... Ты обязательно расскажешь нам, что происходит во всем мире и в твоей гимназии. Только в другой раз. Что, Антипова, откуда такая няшка прикинутая взялась? У меня сейчас нет времени для светских бесед, извини. Слышь, я тебе одолжение сделаю, объясню кое-что. Тут понты-то свои не заламывай, поняла? Со мной здесь лучше дружить. Спасибо за крайне полезную информацию, но пока что я не нуждаюсь в новых знакомствах. Я вашей богом забытой дыре задерживаться не собираюсь. Надолго или нет, сейчас ты в моем классе. И хорошо бы тебе сразу понять, кому здесь можно хамить, а кому опасно для жизни. Да не обращай внимания, это же Юлька. Она всегда такая. Давай я покажу, где библиотека. Тебе же надо учебники взять, я помогу донести. Разве похоже на то, что мне нужны помощники? Здравствуйте, Кира. Давайте прямо здесь с вами поговорим. Я просто по телефону не совсем поняла, о чем... А я вам сейчас еще раз все объясню. Я двоюродная сестра Ирины Антиповой. Мы с мужем постоянно ей помогали. И с ребенком, и с бизнесом, и когда она турфирму эту свою открывала. И деньги на квартиру тоже мы ей одолжили. Вот только вернуть их она нам не успела. И я ставлю вас в известность, что мы свои деньги дарить никому не собираемся. Значит, вы по поводу квартиры Марины? Именно по поводу Марининой квартиры. А вы как рассчитывали? То есть вы взяли девочку к себе, и все, трехкомнатная квартира в центре Москвы ваша? Нет, мы вообще ни на что не рассчитывали. Не рассчитывали. Святая простота. В общем так, уважаемые наши господа Филипповы, вот здесь расписка, по которой Ирина брала у нас деньги. Мы намерены потребовать их с вас в самое ближайшее время. Естественно, с процентами. Пожалуйста, здесь все написано. И если потребуется, то мы будем обращаться в суд. Какой еще суд? Обыкновенный, российский. Но можем иначе договориться. Вы можете отказаться от своих претензий на квартиру, и в этом случае мы готовы компенсировать со своей стороны долю девочки деньгами по достижению ею совершеннолетия. А как быть с Мариной, решим. Если квартира остается нам, то мы готовы будем снова взять ее к себе. Что значит снова? Вы что, Марину уже брали к себе? А как вы думаете, кто заботился о девочке после похорон матери? Ведь родной отец за ней тогда так и не явился. Мы очень старались, но она же буквально превратила нашу жизнь в ад. Мы просто побоялись взять на себя ответственность за совершенно неуправляемого ребенка. Значит, вы сначала взяли девочку к себе, а потом от нее отказались? Послушайте, Светлана, вот давайте только без патетики, хорошо? Я сейчас с вами встретилась по совершенно конкретному делу. Всего доброго.
ничего. Не все у них там так схвачено, раз эта Кира к тебе на разборки приехала. Квартиру, ясное дело, мы не уступим. А с долгом это еще разобраться нужно. Мам, да это не важно. Они же просто нелюди. Ну, понятное дело, нелюди. Такие ради своей выгоды все стены прошибут. А где Сергей? Опять что ли на работе? Да. Что он в последнее время часто на работе задерживается. И днем, и ночью. Деньги бы так получал, как работает. Твой отец когда-то точно так же. Каждый вечер на внеурочный оставался. А потом мне эта профурсетка позвонила. А я, как и ты, с двумя детьми надрывалась. Пока их папаша этим детям якобы на новые куртки зарабатывал. Господи, мам, ну вот сколько можно, а? Ты же прекрасно знаешь, что эта профурсетка больше придумала, чем было на самом деле. Ты же даже отца тогда не выслушала. И нам с Димой не дала. Подлецам не о чем разговаривать с моими детьми. А знаешь, мама, я вот не уверена в том, что мой папа был подлецом. Но я совершенно уверена в том, что мой муж не способен на подлость. И, пожалуйста, хватит. У нас так проблем хватает без твоих фантазий. Фантазии у меня. Ну-ну. Запомни, мужчины как дети, трудностей не любят. Они от них сбегают туда, где тихо, просто и красиво. Особенно, когда у них дома не жена, а калоша растоптанная. Посмотри-ка на себя. В кого ты превратилась? По-моему, вы очаровательны. Так. Здравствуй, Марин. Здравствуйте. Ну, как дела в школе? Какая школа, такие дела. Жить можно. Играй. Ну, это ничего, Марин, ты привыкнешь. Я, кстати, узнавал, школа это неплохая. Неплохая для чего? Для того, чтобы делать из людей болванов, да она просто отличная. Вас, кстати, туда вызывают. Меня? Ну, вы же вроде как мой отец. А что случилось? Ну, могу предположить, что англичанка пожаловалась заучу. Она что, пожаловалась, если не секрет? На правду. И какую правду ты изрекла на этот раз? В моей школе преподаватель английского языка было 3 года стажировки в Англии. И 100 баллов по системе TOEFL. А это Елена Петровна,
Поумучила язык по разговорнику для русских туристов. Очень сомневаюсь, что она поняла то, что я ей сказала. Мама! Давай, давай, давай. Беги, беги. Встречай. Привет. Привет. Раздевайся, мои руки, я ужин разогрею. Не хулиган. Ты что такое? На работе что-то? Да нет, на работе все нормально. Зато здесь все как обычно. Ну что случилось? Ну, у нее он спроси. Неделя не отучилась, меня уже в школу вызывают. Мало того, что она нам здесь нервы треплет. Она решила еще школу в ад превратить. Успокойся, пожалуйста. Ну, сначала же нужно во всем разобраться. Слушай, в чем тут разбираться? В чем разбираться? Понимаешь, она удовольствие получает, когда людям нервы треплет. Я уже начинаю понимать этих Матюхинах. Люди просто не выдержали, понимаешь? Не выдержали. Что? Ты кого сейчас назвал людьми? Тех, кто сначала взял ребенка, а потом его выкинул на улицу как ненужную вещь? Это ты их начинаешь понимать? Я тебе пальто откутил мне, а то в стыдобище своем ходила. Я считаю, если человек плохо понимает, то ему нужно объяснить. Это, чтобы тебе было легче привыкать к новой жизни. Потому что в свою замечательную гимназию ты вряд ли вернешься. Не к кому тебе возвращаться. Ты сирота, и Филиппов взяли тебя к себе из жалости. Теперь, правда, и сами не рады. Их бабка моей так сказала. Проку от этой девки никакого, одни мучения. Так что жарко долбанная. Если не затихнешь, одна тебе дорога в приют. Боже мой, да что творят, что творят? Зайдите. Просто звери какие-то. Что за безобразие? Вы что, с ума сошли? Кто драку устроил? Я ни в чем не виновата. Это она на меня напала ни с того, ни с сего. Вон, девчонок, простите, носки разбила, она ненормальная. Пошли в травмпункт. Ну что вы молчите? Отчитывать меня будете? Давайте, начинайте. Нет, не буду. Ясно. Вы у нас вроде как хороший полицейский, а Сергей Игнатьевич плохой. А почему он не пришел? Его из школы вызывали. Он хотел, но не смог, его на работе не отпустили. Ну да. О чем мы с этими кошелками разговаривать? Да вообще с работы уходить ради меня глупо. Марин, ну вот что ты такое говоришь? Ты же мне не чужая. У тебя вот глаза точь-в-точь, как у него. И он за тебя переживает, жалеет. Жалеет? Да идите вы все со своей жалостью, знаете куда? Марин! Вам-то лично! Вам все это зачем? Для чего вы в школу прибежали? Ну что ж, ты до ночи посидела? Да вам-то это зачем? Тоже из жалости. Или трешку в центре Москвы терять не хочется. Thank you.
Что вы сделали? Очистила, оно как новое стало. Кто вас просил? Зачем вы лезете везде? Оно ведь... оно же пахло мамой. Марина. Антоша, беги, поиграй. Марина, пойдем в машину. Антошку в садик отвезем, а потом я тебя в школу заброшу. Я сама доберусь. Ну, я понимаю, что получилось не очень хорошо. Но Светлана, она же хотела как лучше. Она не знала. А ты нам ничего не рассказываешь. Ну, вот опять. Ты обидела человека, который хотел тебе добра. Набрала урона, что ли? Я говорил. Ай, давай помогу. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости. Ты не ударился? Нет, а то. Ты... Эй, мама. Дожди, ничего. Извините. Скажешь... Да нормально, все нормально. Все в порядке, да точно? Все нормально. Девушка, у нас обед, через час зайдите. Свет. Ты что здесь? Ну что, я тогда пойду делаю договор. Угу. Спасибо вам большое за помощь. Что случилось? Нет, ничего не случилось. Просто у меня обед, у тебя... Сереж, нам надо поговорить. Ты меня прости, что я тебя с работы сорвала. Ну, ты же понимаешь, что так дальше продолжаться не может. Дома у нас не выходит с тобой поговорить. То Марина, то Антоша, то мама. Ты чуть что на работу убегаешь. Да я тебя понимаю, я бы и сама. Но ведь от этого наши проблемы не решатся. Светуль, я правда не знаю, что делать. Сережа, мы вместе приняли это решение. Мы знали, что так нужно и так правильно. Наверное, мы оба понимали, что будут какие-то сложности. Чтобы вот так. Я с тобой согласна, что все это превратилось в какой-то кошмар. Да. И в этом кошмаре виноват я. Ты думаешь, я себя не корю? Каждый день, каждую ночь корю себя.
Ты думаешь, я не понимаю, что дальше мы так жить не сможем? Надо было не 7, надо было 27 раз отмерить, прежде чем... Но разве у меня было время? Разве был у меня выбор? И потом, если бы я по-другому поступил, ты бы сама, первая, перестал бы не уважать. Но разве я предполагал, что правильно поступить, а потом нормально жить, невозможно. Да, я привел в дом совершенно чужого для нас ребенка. И теперь не знаю, что с этим делать. Ну и ты тоже, Свет. Все крутишься вокруг нее. Все пытаешься ей угодить. Сначала рюкзак, потом это пальто. Ты понимаешь, я... Мне только хуже от этого. Да. Всей семье я плох. Самому себе противен. Давай присядем. Помнишь, кстати, вот на этой скамейке мы имя Антошки выбирали? Послушай, Сереж, Марина нам теперь никак не может быть чужим ребенком. Она с нами не на сегодня, не на завтра, она с нами навсегда. И ты это знаешь, и я это понимаю. Но мы не можем делать вид, что это временные трудности, и все само собой решится. Да ничего само собой не решается. И жизнь наша не наладится, если мы ее сами с тобой не наладим. Легко сказать. Ты думаешь, Марина не хочет по-человечески жить? Ты думаешь, ей не надоело? Да надоело. Ведет она себя так не для того, чтобы нам насолить. Она ребенок. Она не знает, что ей делать. Ей помощь наша нужна, и внимание. Но ей кажется, если она это все примет, то тем самым она предаст свою маму. Просто запуталась с горя. Я это понимаю прекрасно. Я сам себе всегда говорю, что у девочки горе, ее надо пожалеть. В том-то и дело, что ей не жалость наша нужна. Ну а что ей нужно? Любовь. Ей просто нужно показать, что мы живем с ней не из жалости, а потому что мы ее любим. Любовь. Как ее показать, любовь? Любовь — это не картинка, ее так просто не покажешь. Да. А любовь не надо показывать. Она либо есть, либо ее нет. Мама, можно я буду рассказывать сам? Ну, конечно, можно. А потом буду пельмени лепить. Будешь сам. Мы с тобой муку сюда посыпем и давай раскатывай. Прям блинчик делай. Вот так вот. Я пельмени затеяла с сюрпризом. Что это за пельмени с сюрпризом? А ты не слышала? Ну, это когда в пельмешку кладется необычная начинка. И кому она попадется, тому удача и счастье улыбнется. Да. Да. Но чтобы успеть к ужину, нужно 6 рук это делать. Мне еще белье развесить надо. Справишься? Или помочь? Да что тут справляться? О, спасибо, что приехал. Присаживайся. Извини, что так получилось. Ничего. Но если мы сегодня этот контракт подпишем, мы полгода в шоколаде. Сам понимаешь, кризис, такими проектами не разбрасываются. Да. Привет. Привет. Вот все в сборе. Угощайтесь. Спасибо. Спасибо. Что вы тут без меня успели? 4-й пункт исправили? Вот в процессе. Так. Между прочим, сразу приехала, даже слова не сказала. Держи. Спасибо.
пятом пункте точно надо исправить. Так. Так. Да, хорошо уже. Сильнее, 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 Антош. Раз, два, вот так. Давай-ка я тебе помогу. Давай, помоги. Нет, так мы с вами до завтрашнего ужина не успеем. Предлагаю вам перейти в поточное производство. Берем кругляшки. Берем, кладем фарш в них. Вот так вот. А мне? А тебе, конечно. Давай вот так. Давай. Вот так. Закручиваем. И вот так. Вот такая у нас пельмешка. Давай я тебе помогу. Вот. Красота. Давай. Чуть-чуть. Вот. Давай-давай, делай. А как же сюрприз? А сюрприз... У нас вот. Час сидим, два сидим. Все, волнуюсь. Сами знаете, сколько мы на эту сделку сил потратили. Клиент привел с собой бригаду из 5 юристов. Из 5! Юристы, да? Каждый кошмарит нас как может. Да, про партнерские риски рассказывает. Хлеб свой отрабатывает. 5 минут рассказывает, 10 минут рассказывает. Полчаса рассказывает. Ну, а клиент? Ну, клиент же, нормальный клиент. Он сидит уже, значит, сомневаться начал. Да, хмурится, да. Егорыч смотрит на меня. Знаешь, глаза вот такие. Ну, сделай что-нибудь. Мольба в глазах. Сделай что-нибудь. Ну, я сделал. Я тяну руку. Ага. Встаю. Говорю, господа, мне кажется, мы не учли один очень важный риск. Все, значит, какой риск они не учли, понимаешь? Они между собой там начали шептаться. Егор, что меня смотрит, он же не знает, что я придумал. Я говорю, мне кажется, мы не учли один очень важный момент. А что, если на нашу землю нападут инопланетяне? Ну и чего? Ну и чё, чёрт, ты скривили и подписали контракт, через час разошлись. Антош. Кто из нас будет счастливый? А вот, да. вот моё. Нет, нечестно, нечестно. Это моё? Я счастливая буду, я буду счастливая. В Куйсанке поехал, в Куйсанке он поехал. Для выполнения задания вам нужно будет разбиться на пары. И учтите, что проект должен быть сдан к концу четверти. Что, Кораблев, готов вытянуть мне четверку в четверти? На шхуне. Вы ничего не хотите рассказать вашей близкой подруге?
На вашей мачте вижу флаг. В честь какого праздника? Ой, Рит, я даже пока говорить не хочу. Боюсь сглазить. Вот еще. То есть, как только какая-то фигня в твоей жизни происходит, так я, Натя, здрасте, да? Разрешите поплакаться вам в жилетку? А как что-то хорошее, значит, извините, вы глазливая. Я тебя такую загадочную один раз помню. Когда тест твою беременность показал. Светка. Да? Ты снова беременна? Нет, 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 конечно, нет. Мы пока даже об этом и не думаем. Рит. Мне кажется, у нас с Мариной начинает потихонечку все налаживаться. Ну вот же, ну может же быть нормальным человеком. Я тебе всегда говорила, что она хорошая девочка. Просто у нее характер, ну, с другой стороны, есть в кого. Она очень похожа на Сережу. Знаешь, и не только глазами. Вот, например, когда она чувствует, что не права, она никогда в этом не признается. Просто так неопределенно улыбнется, ну вот прям точь в точь, как Сережа. И вот именно эта улыбочка его выбешивает. О, я начинаю замечать плюсы вашей жуткой ситуации. Ты наконец-то начинаешь трезво смотреть на своего мужа. Оказывается, у нашего ангела Сережи тоже есть червоточинки. Марин! Марин, давай сделаем этот проект вместе. Я сама отлично справлюсь. Ну надо же вместе сдавать. Тебя же вроде уже разобрали. Звонареву твои камбэги не понравятся. Слушай, я Звонареву передал в хорошие руки. Ну так что? Ладно. Как все равно сдавать придется. Англичанка меня терпеть не может. А ты у нее вроде как в любимчиках. Ей так просто нас завалить не удастся. Проходи. Разувайся, тапочки надевай, а то пол холодный. Давай, Рекс. Юра, это ты? Что-то ты рано сегодня. У меня еще суп не доварился. Бабуль, это Марина. Она новенькая в нашем классе. Мы сейчас по английскому проект будем делать. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Анфиса Васильевна. Проходите, не буду вам мешать. Проходи. Это моя комната. Ну, она как бы общая, но я здесь сплю. Это дедушкины книги. Он у нас специалист по античной культуре. Раньше преподавал в университете. Сейчас еще работает в Институте современных знаний. Это представь, где античная культура, где современные знания. Присаживайся. А это что? А, это наши с дедом маршруты. Он меня с детства по всем музеям и историческим местам водил. Этот маршрут по историческим усадьбам. А вот этот связан с жизнью и творчеством Маяковского. А там я уже сам ходил. А это что? Там я еще не ходил. С мамой пойду, когда она приедет. С мамой? А я думала, у тебя тоже. Но меня бабушка с дедушкой растили и воспитывали. А мама личную жизнь устраивает. А отец? Я его не знаю. Ну, ничего, мама через пару лет перебесится. Надоест же ей когда-нибудь бегать. Вернется. А она тебя когда-нибудь с собой брала? Нет. Я вообще из Москвы не выезжал. А у моей мамы было туристическое агентство. Поэтому я много где побывала. Но она постоянно занята была, и поэтому со мной ездили или ассистенты, или воспитатели от агентства. Знаешь, она купила билеты, но заболела. И поэтому мы с ней так никуда и не съездили вместе. Что-то не так? Все не так. Какого года программу вы использовали для составления этого отчета?
Прошлый век какой-то. Что вот, к примеру, это? Это статистика по продажам нашего основного контрагента. Я сделала подробный анализ по форумам. Это все никуда не годится, Светлана. Я не должна тратить свое рабочее время на расшифровку ваших отчетов. Отчет не кроссворд. В нем должно быть все ясно и понятно. Да, я полностью с вами в этом согласна. Именно поэтому мы заказали в прошлом году у айтишников эту форму. Просто вам, наверное, непривычно, но она очень удобная. Если хотите, я могу сделать сопроводительную записку к этому отчету. Уж будьте добры. И сделайте это срочно. Завтра совещание, а вы меня тормозите. Вы знаете, срочно не получится. Я готовлю документы для Степана Федоровича. Но я постараюсь к концу дня. Если бы вы не мусолили свои семейные проблемы на рабочем месте, начальству бы не приходилось ждать по несколько часов результатов вашей работы. Она бесится, потому что вся компания знает, что начальница она, а отдел-то держится на тебе. Боже, как можно быть такой тупой? Не пиши ты ей никакую сопроводиловку. Пусть хоть раз опозорится на совещании. Да так, чтобы Филин сам краснел от стыда за ней. Ладно? Блаженная. Честно говоря, он вроде неплохой мужик. Да даже с чувством юмора у него неплохо. Про работу рассказывал. Его там, походу, ценят. Слушай, ну из чего ты тогда взяла, что он хочет от тебя избавиться? Ну а где он был столько времени? Если у них с мамой была такая любовь, почему не искал нас? Нашел себе новую любовь, родил нового ребенка. Все, что было, пофиг. Кораблев, так ты, оказывается, слил меня с Инглишем? Че, смелый такой, что ли? Да ладно, Кораблев, я на тебя не злюсь. В нашем обществе принято помогать несчастным. Давайте. Повеселитесь, сиротки. Не обращай на нее внимания, она дура. Выкинь. Деньги же нельзя выбрасывать. Это же подачка. Да, Звонарева дура, а ты действительно сиротка. Я не сирота, у меня мать есть. Да, и еще хотелось бы обсудить ответственность сторон. Да, конечно. Я должен срочно вас покинуть. Инга, закончи без меня, пожалуйста. Сереж. Извините, тогда давайте продолжим. Возьмите. Марина! Марина! Что случилось? Ничего, я... Ты приехал. Ничего не случилось. Что значит, ничего не случилось? Я получил твою смс-ку. Я просто... Подожди. Ты понимаешь, что я сейчас из-за тебя бросил клиента? Послушай, ты понимаешь, как ты себя ведешь вообще, а? Ты что себе позволяешь, а? Ты думаешь, ты пуп земли? Ты не пуп земли, заруби это себе на носу! Вы!
Привет. Чё ты такой хмурый? Что у вас случилось? Да так, ничего особенного. Просто я клиента бросил на середине встречи. Мчался, как угорелый. Потому что смс-ку вот не получил, что ей плохо. Ну или там, в беде она, не помню уже. Оказалось, это она так просто. Ну не может же она просто так, ради удовольствия все это сделать. Вот. Вот именно ради удовольствия. Ей просто скучно жить. Она хочет, чтобы мы вокруг нее плясали. Чтобы все бросили и плясали. Нет, Свет, все, все. Не будет больше нормальной жизни. Не будет. И ты представляешь, главное, с улыбкой так. Ничего не случилось. Какая разница, что она сказала? И улыбка-то она ничего не значит. Свет, хватит сказки придумывать, хватит. Я никому не позволю собой манипулировать, никому. Если тебе нравится плясать под дудку этой малолетней интриганки, бога ради. Только меня, пожалуйста, оставьте в покое. Марин, подожди. Марин, ну подожди, послушай, я не стал брать эти деньги. Я отдал их нищенке около кинотеатра. Марин, ну подожди, мне тоже не нужны подачки. Рада за тебя. Еще есть надежда, что ты не станешь таким, как эти идиоты. А вообще, знаешь, все это бред. И школа, и отец, и мачеха, и ты тоже бред. Вы все не имеете ко мне никакого отношения. Сереж, телефон. Да. Добрый день. Вас беспокоит из прежней школы Марины. Я была ее классной руководительницей. Вы ведь отец девочки? Да, это я. В чем, собственно, дело? Дело в том, что сегодня после уроков я видела вашу дочь в странной компании. Видите ли, в школе эти дети не на хорошем счету, сложные подростки, так сказать. Скажите, все ли у нее хорошо? Знаете, у нас в школе есть психолог. Послушайте, я... Давайте мы сами во всем разберемся. Спасибо вам большое за информацию. До свидания. Ну что, опять? Да. На, угощайся. Ну давай. Марина!
Эй, что это за хрен с горы? Куда он ее потащил? Похоже, папаша ее. Налетай. Вчера, скорее всего, мы ее из отделения полиции будем забирать. С завтрашнего дня я запрещаю тебе любые поездки по городу. Сразу после школы. Ровно в 3 часа ты должна быть дома. А может, еще наручники на меня наденете? Ровно в 3. И очень не советую тебе игнорировать мое требование. Ругаться. Ну что ты, Антошенька, нет, конечно. Так, ну-ка давай посмотрим, что у нас такое тут. Куда ты названиваешь? Алина опять будет говорить, что ты на работе только делаешь, что на телефоне висишь, Свет. Не отвечает. Она уже должна быть дома. Ты что? Нет, ты что, уезжаешь? Дура, все начальство на месте, тебя же уволят. Свет! Что, вырвалась и даже не покалеченная? Смотри, Маринка выложила фотки, а что мы с тобой? Слушай, я лужку. Давай сейчас щелкну. Ну, давай. А, скажи, что получилось? Вот, смотри. Твой папаша хочет, чтобы ты правильной и стеснительной была. Нет. Стеснительная – это когда морально готова, а физически уже не в состоянии. Плюй ты на это замкадно был. Через 4 года свалишь по закону, а они пусть сами в своем дерьме копаются. Лузер деревенский. Ага, дед как полный лузер. У моего деда были такие же ботинки, как у него. Орангутанг настоящий. Сами вы орангутанги. Только и умеете, что ржать, бухать да селфи постить. Ну что, как день прошел? Без эксцессов? Нормально прошел, без проблем.
устала от того, что все на тебя жалуются. Слушай, это не я, это Бог. Мне бабушка хворост делать собралась. Пойдем ко мне? Мне надо быть дома не позже трех. Че, тебе под домашний арест посадили? Нет, вот еще. Ну, просто кое-какие дела. Ну, надо в квартире прибраться. Светлане помочь. То она целыми сутками замотанная, а отец на работе до ночи зависает. А от услуг этой их бабки мы вообще отказались. От нее на тебя больше, чем помощь. Ну, не в бардаке же жить. А хворост ты завтра в школу принеси, ладно? Давай. Протирай. Я не знаю, как вам, а мне лично кино понравилось. Только я вот одного не понял, почему вот этот мальчик решил, что это брат его предатель. Да нет, ну ты правда не понял, это не он решил. Его пытались убедить вот эти вот люди в этих шапках зеленых. И у них не получилось. Кто? Эти в зеленых шапках, они вообще ни при чем. Нет, вы оба ничего не поняли. В первом фильме все объяснялось. Они притворялись, чтобы спасти друг друга. Но вы же не смотрели. Не смотрели. А, кстати, я забыла вам сказать, на следующей неделе в школе будет концерт. Полная самодеятельность, конечно, но родители приглашаются. Концерт? А ты будешь выступать? Ну да, придется. Иначе наша классная занизит мне оценку в четверти. Для нее эти концерты как способ самовыражения, так поняла. Слушай, ну, если ты будешь выступать, мне тогда обязательно придем. Да? Конечно. Пойдем. Да, не хочу. Мама, мама, мама. Раз, два. Раз. Два. Тяни ногу, ногу тяни, говорю. Раз. Все, молодец. Давай. Все готовы? Концерт начнется через 5 минут. Подведите. Странно, ведь номер Марины должен быть первым. Да, они так всегда. Наверное, программу поменяли. Да вы не волнуйтесь за Маринку. Ее песня будет лучшим номером. Я видел репетицию. А Марина петь будет, да? Конечно. У нее же такой талант. Она столько лет вокалом занималась. Странно, она ничего не рассказывала про это. И про педагогов по вокалу тоже ничего. Конечно, они столько денег стоят. Только про них рассказывал.
вот она. Ваша дочь? Моя. Все. Слушай, я сейчас слюной захлебнусь от запаха. Ну, потерпи, пожалуйста, не захлебывайся. Димка звонил, они будут к 7. Мальчишек заберут с тренировки и сразу к нам. Да, ты был прав. Мама не придет. Она сначала сказала, что у нее голова болит, потом учащенное сердцебиение. В общем, отказалась от нашего приглашения. Ну, не знаю,
Может быть, сейчас ты к лучшему? Не может быть, а точно. Знаешь, у меня такое ощущение, что и физически плохо, а другим хорошо. Нет, Сереж, ну зачем это так? Просто она не ожидала, что мы справимся без нее. Морковь. То-то и оно. Так, попробуй на соль, пожалуйста. Давай. Пересолю. Нет. Мальчишками, я вообще уверена, ты подружишься. Красиво. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, да. Красиво. Я открою! Нет, спасибо. Ну что, значит, скоро на повышение пойдешь? Mm-hmm. Ой, дай бог. У нас столько работы в последнее время. Ну, это хорошо, вам бы лишние деньги не помешали. Ну, а кому же они сейчас помешают? Это точно. Я вот сколько не зарабатываю, а все, что удается отложить, утекает как сквозь пальцы. Пока этих двух обормотов к зиме оденешь, обуешь, там, за спортивные секции заплатишь, что все запасы закончились. Mm-hmm. Марина, а я слышала, ты отличница, да? Да, она у нас молодец. Вы бы слышали, как она поет. Просто настоящая оперная певица. Надо же, молодец какая. А ты в каком классе? В восьмом. В восьмом А. Это вроде гуманитарный класс. Ну, как бы гимназический. А, понятно. А она что, не моя у вас, что ли? Почему ничего не говорит? А вы за нее? Саш. А у тебя есть последняя версия Mortal Kombat? Говорят, там графика просто улет. Да, у Марины очень много интересных игр в планшете. Думаю, вам понравится. Правда? Я не играю в компьютерные игры. Почему? Ну, я считаю, что это пустая трата времени. Пользы ноль. Просто зрение сажаешь и мозги плавишь. Это точно. А я вот своим сколько ни говорю, хоть кол на голове тиши, все равно в стрелялки свои режутся, да? Книжки когда последний раз в руках держали? Потому что все играют. Саша. А вот в нашем детстве вообще не было никаких компьютерных игр. Помнишь, Дим, как мы с тобой развлекались? Да уж, развлекались как только могли. А помнишь, я решил опыт по физике дома поставить? Да, я помню, как нам мама всыпала по первое число, потому что увидела на своем новом ковре выжженную дырку. А ты ее еще решил заставить столом. А мать пришла и заставила стол на место передвинуть, и, в общем, дырку увидела. Но Светка тогда молодец, не сдала меня. Мы сколько тогда? Неделю, что ли? Да, неделю под домашним арестом сидели. Ой, я давно хотела рассказать, все забывала. У меня одна знакомая, значит, в Хорватию улетела в конце августа на 2 недели. Представляете, 2 недели, лил дождь, было холодно. Поэтому вы не расстраивайтесь, вы ничего не потеряли. Жалко, конечно, что деньги сгорели, но, может, это и к лучшему. Оленька, да мы не расстраиваемся, чего нам жалеть? Бог даст, мы в следующем году весной поедем всей семьей. Мам, ну? Можно я пойду мультики посмотрю? Да, ребята, а правда, может вам пойти вместе всем в детскую поиграть там что-нибудь интересное? Ура! Ура! Не закрыто, а ты просто дверку не открыл. Ничего, пускай. Они там без надзора быстрее подружатся. Я тут кое-какие ролики скачала. Хотите посмотреть? Прикольно. Покажи-ка. Сколько тише. Тут сама смотри свои ролики. Я лично от них не фанатею. Смена партнеров. В качестве биоматериала использованы клетки клетки. Все хорошо. Ну? Пока эти шалопаи в другой комнате и уши не развесили, предлагаю обсудить деловые вопросы.
Ну, что же у нас в повестке праздника? Деловые вопросы. Мы с Олей слышали, что вам может достаться квартира на Кутузовском. Я считаю, что такую возможность упускать ни в коем случае нельзя. Сереж, если что, у меня есть кое-какие связи. Квартиру эту мы отвоюем, ты не беспокойся. Дим, тише, пожалуйста. И вообще, я предлагаю закрыть эту тему. Ее не закрыть, а решать надо. Пока мы тут с вами сидим, родственники покойные, наверное, уже замки в дверях поменяли. Так, ладно. Ребят, я, если честно, в эту квартирную бойню вступать не собираюсь. То есть как? Вот так. Квартира принадлежит Марине. Я, само собой, интересы ее защищать должен и буду, но не для себя. Мы со Светой на эту жилплощадь не рассчитываем. Давай поиграем в самолеты. Самолеты? Даже не сомневайтесь. Ой! Ладно, показывай, что там. Одни гиги аватар переработали, очень смешно получилось. А это что за тетка? Это не тетка. Дядька, что ли? Свет, ты знаешь, это, конечно, ваше право. Хотите жить на окраине в каморке, живите, но дело это теперь не только вас касается. В смысле? Что в смысле? У Димы дела последнее время идут не очень. Сделка оказалась не очень удачной. Ну, а при чем тут Маринина квартира? Притом, мы прекрасно понимали ваши финансовые и жилищные проблемы. Мы взяли заботу о матери на себя. Мы поселили ее у себя. Но сейчас обстоятельства складываются иначе. Ну, к чему вы клоните? Серег, ты не заводись. Ну, мы же все родные люди. Мам, что? Они там дерутся. Что? Сейчас, подожди, малыш. Где? Так, ну-ка, иди сюда. Да ну-ка, хватит. Тихо. Ничего не болит? Нет, нормально. Что у вас произошло? Ну, что у вас случилось? Бабушка была права. Она ненормальная. Ну, возраст у нее подростковый. В общем, она нервная сейчас из-за того, что... В общем, мы разберемся. Всего доброго. Угу. До свидания. Пока, Дим. Пока. Заходи. Я закрою. Маме привет. До свидания. Пока, пока. Ну, да. Начала. Может быть. Но ты старше. И ты хозяйка, а не гости. Они не мои гости. Я их не приглашала. А этот дебил Саша мне вообще никто. Ну, вообще-то они наши родственники. Да. Не получился праздник. В следующий раз, когда захотите позвать своих родственников, скажите мне, я уйду, чтобы не портить вам ваши праздники. Она затеяла драку, я уверена.
Марина очень ждала гостей. Возилась с этим тортом, комнату свою брала, волновалась, как его примут. Сереж, вот знаешь, я даже разбираться ни в чем не хочу. Бог с ними со всеми. Цвет, да? Дело не в этих детских разборках. Дело совсем в другом. Проблем меньше не становится. Они растут, как снежный ком. Квартира эта еще покоя никому не дает. А вот об этом нам даже думать не нужно. Мы с тобой приняли решение, я уверена, что мы его с тобой не поменяем. Брата я знаю, он не жлоб, это его мама и Ольга подбивают. Я с ним поговорю. А насчет Марины я предлагаю поступить просто. Давай сделаем вид, что как будто ничего не произошло сегодня. Ну, дети есть дети. Знаешь, я вижу, что она очень хочет, чтобы все наладилось. Очень. Сереж, вот ты бы слышал, как она поет. Совершенно ясно, что я вам только мешаю. Я для вас как обуза и прекрасно понимаю это. Так что давайте не будем притворяться. Просто сдайте меня в детдом. Знаешь, там дети разные стишки читали, сценки разыгрывали. А вот она вышла, запела. Такое ощущение, что все в итальянской опере оказались. Правда. У нее талант. Ей, Сереже, обязательно нужно продолжать обучение. Я понимаю, что это дорого, но это очень важно для нее. Отведешь меня сегодня на детскую площадку? Антош, я помню, что я тебе обещал, но Егорыч звонил, просит срочно приехать на работу. Одно хорошо, что выходные двойная оплата. Слушайте, тортик какой удачный получился, а? Да, даже вот жалко есть, так красиво украсили. Антошенька, ты меня подожди, я суп сварю, мы с тобой пойдем погуляем. Договорились? Да. Я могу с ним погулять. У меня как раз сегодня никаких дел нет. Ура! Ну, спасибо. Я тогда успею в магазин сходить. Не надо в магазин. Я заеду. У меня работа часа на полтора. Замечательно. Тогда мы раз в кое-веки пообедаем всей семьей. А я сегодня с сестрой гуляю. Здорово. Мама дома, папа на работе, а я с сестрой гуляю. Молодец, везет тебе. Марин, а можно я сюда залезу?
Ладно, только осторожно. Давай, я помогу. Не держи меня, я сам. Ладно, давай сам. Ну как ты тут живешь без меня? Нормально. Погода сегодня хорошая, как на заказ. Да, тепло. Юр, я хотела с тобой завтра в кафе сходить, если ты не занят, конечно. Да, давай, конечно, давай сходим. Ну, ты говорил, у тебя проект там какой-то. Да подождет проект. Пойдем. Отлично, пойдем. Юрка? Антош, покажи. Что же ты за ними следила? Мама. Все. Все. Все, сейчас. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем домой. Все, пойдем к маме. Пойдем к маме. Мама. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не плачь, милый. Сейчас. Сейчас мы не пойдем. Тихо, тихо, не плачь. Уже скоро. Сейчас скоро домой придем к маме. Тихо, тихо, не плачь. Не плачь, не плачь. Что случилось? Что? Милый ты мой, сейчас все будет хорошо. Все, это все случайно будет... вышло, случайно. Дай мне полотенце мокрое. Ну, все, 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 все. Маленький. Что случилось? Тише, тише, тише. Сейчас не будет больно. Все, 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 все. Тише. Я не хотела, я не хотела. Просто с горки упала. Я на секунду отвернулась. Правда. Тихо, Сережа, скорую вызывай. Аптечку подай. Маленький. Не будет. Алло. Добрый день. Неотложку срочно. Ребенок упал с горки, ударился головой, разбил себе кровь. Все в крови. Четыре года. А, проспект Гагарина, дом 8/3. Первый этаж. 13-й. Первый подъезд, 13-й этаж. Консьержка там осталась. Да. Все. Ждем. Простите меня. Я не хотела. И все-таки я настаиваю на обследовании ребенка в стационаре. Надо исключить сотрясение мозга.
Слава богу, все обошлось, сотрясения мозга нет. Пойдем ложиться, а то завтра рано вставать. Зимний вечер уснет тихим сном, сосульками ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега встает, и желтым цыпленком по небу идет. В окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны. Похоже, тебе пора записаться на прием к окулисту. Ты чего в класс не идешь? Слушай, я тебя вчера видела в парке. Ты шел с какой-то женщиной. Да, это мама. Она приехала. Слушай, я тебя не видел. Почему ты не подошла? Я бы вас познакомил. Да зачем? Все равно она скоро испарится. Как будто ты сам не знаешь. Как перевести это предложение с русского на английский с помощью Past Perfect, нам ответит Антипова. К доске. Чтобы перевести это предложение в Past... Что с тобой? Ну, подойди-ка. Ну, ясно. Температура. Знаешь что, забирай-ка ты вещи и иди в медпункт. Пошире. А. Градусник давай. У тебя горло красное, температура высокая. Звони родителям, пусть за тобой кто-нибудь приедет, и сразу дома вызывайте врача, похоже на ангину. У отца много работы. Он... Он не сможет меня забрать. Что значит не сможет? Давай звони при мне. Это я. Ну, что там у тебя опять случилось? Я из школы, из медпункта. Говорят, меня надо забрать домой. Марина, ты знаешь, я сейчас очень занят и не могу участвовать в твоих экспериментах. Ну, если ты действительно себя плохо чувствуешь, просто иди домой, и все. Ты же не маленький ребенок, а взрослый, самостоятельный человек, как ты сама утверждаешь. Ладно, я поняла. Сама дойду. Пока. Пока. Отца с работы начальник не отпускает.
Но мне уже лучше. Вы не волнуйтесь, я сама дойду. Вечно все заняты. Зачем только детей рожать, если вы на них времени нет? Чего, с уроков сбежал? Не сбежал я. Просто отпросился математичку. Сейчас провожу тебя и вернусь. Извини, я глупо сказала. Да ладно, я понимаю. Ей в психушку надо. Они ей ребенка малолетнего доверили. Ничего, я тебя в обиду не дам, не волнуйся. А Марина скоро придет из школы? Да скоро, скоро, милый. Бабушка, не мешай, я сам. Нет. А что это тут за фокусы? Ты что это, улеглась, не раздевшись? Холодно. Медсестра в школе сказала, что у меня ангина. А ну-ка, пойдем-ка. А куда мы пошли? Чипсы детям, значит, вредно. А это все не вредно. Да, мам. Так, девчонку вашу надо срочно изолировать. Господи, мам, ну не начинай опять. Что значит не начинай? Она сейчас пришла, завалилась в грязной одежде, в постель, не поздоровалась. Что? Говорит, ангина у нее. Вся горит. Трясется вся. Ну что мне прикажешь делать? Мам, ну ты же взрослый человек, вызывай врача. В спальне на тумбочке номер поликлиники лежит. Сама приезжай и вызывай кого хочешь. А у меня родной внук есть с проломленной головой. У меня не проломлена голова. Ты меня же не отпустят, ты же знаешь. Ладно. Ладно, хорошо. Ну что, очередное ЧП вселенского масштаба? Марина, похоже, заболела. Дома мама, врача сказала, вызовет, а остальное ее не касается. Вот бы тебе характер, Пантелеевна. Ну ладно, успокойся, ну ничего страшного. Простыла немного, не младенец же. Сама себе чаю нальет. Не надо бежать. Ты с ума сошла? Алина тебя уроет. Да и черт с ней. А вы куда это, Светлана? По-моему, рабочий день еще не закончился. Мне нужно уйти, у меня очень уважительная причина. Вынуждена вас предупредить, что если вы не представите официальный документ, подтверждающий уважительность причины, я поставлю вопрос о вашем увольнении. Знаете, Алина, я до сих пор не пользовалась льготами, которые мне положены в связи с маленьким ребенком. Я всегда выходила в неурочные часы и дни на работу, если это нужно было компании. Это не имеет отношения к делу. Имеет. И самое прямое. Потому что сейчас я воспользуюсь своим правом и возьму больничный по уходу за своей дочерью. И вы не сможете меня уволить. Даже не надейтесь. Температура у нее уже спала. Спасибо.
Да. Алло, Сереж, ты скоро приедешь? Сейчас дела доделаю и приеду, а что? Марина заболела, у нее высокая температура, а мне странно, что из школы никто не позвонил. Они отправили девочку одну, а у ее лихорадит все. Мне из школы звонили, я просто не смог. Сереж, ты вообще соображаешь, о чем ты говоришь? Ну, я думал... Да я даже слушать не хочу, о чем ты думал! А я тебя предупреждала. О чем ты меня предупреждала, мама? О том, что потеряешь ты мужа. Семья рушится на глазах. Одумайся, Света. Вот чего ты от меня хочешь, а? Ну что ты от меня хочешь? Чего хочу, то надо было давно уже сделать. Ты сама уже прекрасно знаешь, что во всем этом виноват. Молчи, пожалуйста. Хватит, хватит мне рот затыкать. Ну, затыкалась уже. Слушай, пока не поздно. Поиграли в добреньких, хватит. Действительно, хватит. Хватит. Ты не послушала меня, хотя я худого никому не советую. Ты не подумала как следует, как добрала ее в дом. Если сейчас ты не одумаешься, не избавишься от девчонки, ты потеряешь все. Без отцовщины останется твой собственный сын. Мам, что вы наделали? Сережа, возьми трубку. Куда ты собралась? Ведь ты не знаешь, где ее искать. Мама, посиди с Антоном. Thank you.
Сереж, ну вот... Мне один человек, знаешь, как сказал, что если ты не знаешь, как поступить, то просто не делай ничего. Понимаешь, я вот делаю что-нибудь. Всем плохо. Ничего не делаю, всем еще хуже. Мне остается только исчезнуть, и тогда всем наконец-то будет хорошо. Ой, Господи. Хочется забыть про весь этот кошмар. Ни о чем не думать. Я не знаю, я все бегала. Я тоже не знаю, где ее искать. Марина! Все пройдет. Вот увидишь, все наладится. Осень пройдет. Потом зима закончится. Весна настанет. А летом мы все вместе уедем в Хорватию. Всей семьей. Хорватия очень красивая страна. Прям сказочная. Знаешь, там море, оно синее, чисто-чисто. Даже на дне можно камушки разглядеть. Я в путеводителе видела. Научим Антошку плавать. Ты плавать умеешь? Санки там такие красивые, как в сказке. И мы все вместе будем.